Привет, наши подписчики! Сегодня мы с Милой снимаем третью часть с первым видео озвучки Милы. Привет, подписчики! Вы это не беспокойтесь, если что, я это стесняюсь камеры, как всегда. Алина мне хочет предложить морковочку. Я, конечно, не откажусь, но сейчас я смотрю. У меня тут еще тушеная капустка, вот морковочка, семечки. Вкусный рацион для морской свинки. Потому что морские свинки очень любят погрызть нашей еды. Ну и, конечно же, не откажутся от лакомств из зоомагазина. Кстати, ссылка на полный рацион морской свинки будет в описании. Это, конечно же, не видео на нашем канале Пенс, а на сайт. Очень интересный сайт про морских свинок. Кстати, скоро у Алины будет видео, как содержать морских свинок. А она еще хочет заказать на Озон одну очень интересную книгу про морских свинок. Там написано, как их содержать. И Алина вам заснимет видео, как содержать морских свинок. Тогда она закажет эту книгу. Ссылка на это видео, ссылка на Озон, на эту книгу будет в описании. Вот так. Как вы знаете, переходите по ссылке, и все будет то, что надо. Кстати, а вы обращаете своих питомцев, да? Ура! Это очень интересно, наряжать своих питомцев. Потому что когда вы наряжаете своих питомцев, животных становится красивее, как там. Ну что же поделать, если животное никак не может нарядиться и прячется где-то в диване. Вот видите диван наш? Я хотела Максика нарядить, и он спрятался от нас. Вот так. Ням, 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 ням. Короче, вот так, подписчики. Если вы что-нибудь хотите приобрести для морских свинок или что-нибудь, то смотрите Пенс. Все будет интересное и очень замечательное. Кстати, тогда Алина выложит видео, как содержать морских свинок. Ссылка на это видео появится в этом видео в описании. Появится. Только тогда Алина загрузит это видео. Так что ждите, пока выгрузите все время. Посмотрите описание под этим Алининым видео. Вдруг это видео уже выложилось. И скорее же жмите на ссылку. Да, подписчики. Обязательно. Да, поэтому вот так. Вот такие дела. Поэтому морские свинки очень застенчивые. В том, что они боятся сразу выкладывать прикольные видосики. Ой, Алина, ты куда пошла? Я пошла попить воды. Я пока поставлю вот сюда вот телефон на клетку. А вот ты следи, чтобы он не упал. А я пока пойду. Хорошо, Алина. Я это пошла воды попить. И телефон. Не знаю, как встать, чтобы вам было хорошо меня видно. Ой-ой. Мила, я пришла. У тебя тут все хорошо? Ну, так не очень. Попью воды из миски. Мила, не стесняйся, попей водички, если хочешь. Пей.
резко чувиха. Конец третьей части.